Что является предвестником катастрофы вот в этой ситуации? Вообразим следующую ситуацию, гипотетическую. Вот по лестнице поднимается человек, в руке у него веревка, и он постоянно ее вытягивает на себя, когда поднимается вверх. Удерживает. Но мы же понимаем, что когда он перейдет через середину, ему не удастся это удержать. Как вы думаете, а как он может почувствовать, что что-то не так, какая-то опасность его подстерегает? Он удерживает веревку. Автоматическое чутье. Так, еще один. Заканчиваем. Просто что значит? Надо начнет трястись. Еще раз я скажу. Вот здесь находится человек, веревку удерживает. Он взял следующую ступеньку, привязал веревку, перешел, взял веревку в этой новой точке в руки. Там дальше не хватает. Так, но оказывается, можно показать, что чем выше человек будет подниматься, тем большую силу он должен прикладывать, чтобы удержать эту веревку. При приближении к середине натяжение веревки будет увеличиваться. Вот это предвещает катастрофа, исход в середине пути.